С 1 по 10 декабря в Туве пройдет декада, посвященная Международному дню людей с инвалидностью. В целях привлечения общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, а также оказания им и их семьям практической помощи, региональным правительством утвержден комплексный план мероприятий. В рамках декады по всей республике запланированы мероприятия с участием органов исполнительной власти, социального блока, общественных организаций и людей с инвалидностью. В первый день декабря декада начнется с дней открытых дверей в организациях социальной отрасли. Службы занятости населения во всех районах проведут ярмарки вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Министерстве труда республики пройдет встреча с родителями детей с аутоиммунными заболеваниями. Также будет организован круглый стол. По линии Министерства образования и науки Тувы пройдет семинар для педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Министерство юстиции региона окажет бесплатную юридическую помощь нуждающимся инвалидам.